сегодняшний день мы не видим лиц. Мы утыкаемся в телефоны. Даже с детьми мы стали общаться через СМС-сообщения. А чего это происходит, недостаток любви? Может быть, от воспитания? Можно кого угодно ругать. Государство, правительство. Но поколение вырастает людей хладнокровных, жестоких, без любви. Поиграй сам, сделай сам, проведи время там с кем-нибудь. Мы возлагаем воспитание на дедушек и бабушек. Потом мы удивляемся, что дети нам не звонят. У нас нет общения. Конечно, то, что мы сеем, то мы и пожинаем, когда вырастают наши дети. И глупо удивляться, что ребенок вас не понимает. О каком гуманном обществе нам говорить, когда нам самим не хватает времени поиграть с ребенком? И нам кажется, что потом откладываем наше общение, нашу психологическую прививку детям, прививка любви, чтобы ребенок рос во внимании. Пожалуйста, украдите у себя час, проведите его с ребенком. Поиграйте в шашки, в шахматы. Это уже прививка любви. Как хочется надеяться на то, что когда-нибудь мы будем жить в действительно гуманном обществе, где люди и живут во имя любви.